ходить. Подключайте домашний интернет Теле2. Фиколапка! И написка! Я здесь умру от голода. Денис Кукаяка держит Василису Кукаяку под замком. Выходи, пора снимать смешные видео. Это бомбер. Бомбер. Она на 3 дня уезжает от нас всех в клевый отель. Та-та-тира-та-та-та! Пока Ваня спит, сделай небольшую распаковку. Бери скорее пакет и доставай первый подарок. А Ваня-то уже не спит, а Ваня-то уже проснулся. Хулиган тут. Дерется. Посмотрите на меня. Посмотрите, машет кулаками. Свои. Большой подарок. Открывай скорее. Угу, понятно. Упс, ничего не было. О боже, что это? Что это было? Команда Fancy Neon. Классные ребята из Питера, и мы создаем неоновые вывески. Ребята, блин, как круто! Вы подписались, о, и еще и фотку. Еще. Фиколапка! Фиколапка! И написка! Ой, фу, Вась, как рассмешила меня. Так прикольно видеть подпись и видеть людей. Всегда представляешь какую-то картинку, как выглядят люди, которые тебе пишут и присылают подарки. В общем, всегда, когда кто-то напишет записки, я всегда представляю, как этот человек выглядит. А тут фотка. И тут можно понять, как реально люди выглядят. Ребята, спасибо огромное. Я как подключу, покажу вам обязательно. О, Ваня сюда пришел свою соску добавить. Спасибо огромное за подарок, друзья. Итак, вернулся папа, смог прихватить Ваню, поэтому мы доснимаем. Вася открыла. Открытка. В общем, наконец-то нам пришли наши глазки, и они пришли нам уже в таких штуках. Васюша, помоги вот этот открыть. Сейчас помогу. Я их ждала просто, не знаю сколько. На меня это 151 метр года. Васин глаз и мой глаз. Мой глаз посветлее, Васькин поярче. Посмотрите, какая красота. Посмотри, муж, как красиво. Это мамин, это мой. Yes. Помнишь этот Валли? А? Валли. Добрый вечер. Нет, что-то я вас не вижу. Шикарно. А иди теперь покажи, что у тебя в мешочке. Стозы. Топ-топ-топ. Стозы. Колечко. Давай посмотрим, что за колечко. Для Васюши кулончик и колечко, а для меня кулончик. Это мое, покажи, да? Покажи. Или, это, не, это... мне кажется, это твое. Нет, это должен быть твой глазик. Очень похоже. Как на наш, красиво. Да? Наш очень похож. Обалдеть. Одевай и зажать его можно. Помоги, а то он соскакивает. Ну, давай сейчас я зажму, а ты пока покажи кулончик. Ну все. Так, и теперь кулончик. Это получается твой. Мой. Да, смотрите, как выглядит мой глаз. Смотрите, что-то... смотрите, лайфхак. Лайфхак. Хоп, и быстро все открылось. А не то, что надо зацеплять, потом открываешь. Это целая минута. А тут раз, секунда. Даже меньше секунды. Любимый, тут, между прочим, написано для Дениса. Тут прислали тебе письмо. Открыть тебе, почитать или ты сам? Я сам прочту. Сам прочтешь? Да. А я тебе положу отдельно. А мне вот так. Петь, ну ты не фоткал. Пойдем, покажу. Всем вам. Пойдемте. Сейчас, одну секунду, сейчас Ваську вон надень. Блин, ну как красиво. Посмотри, у Васьки этот, от глаза, свой глаз. Можно повесить, кстати, над дверью мой глаз. Туфлю твою еще можно повесить. Туфлю? Да, подкову же вешают. Это? Нет, вот, смотрите. Чисто глаз мой повесить вот тут вот. Будет оберег. Оберег, я слежу за всеми. Вот так, смотрите. Васюш, пойдем что-то папа показывать нам. Вау. Вау, камера грязная. Какой у тебя кошмар. Это камера грязная? Да. Вот, теперь не грязная? Фэнси Неон, спасибо большое, это просто пушечное вообще. Без обид, это для меня лучший подарок из всех подарков, которые лично мне дали. Ну правда, красота же, Кукаяка. Вообще, все, прям что, попадание. Все, это именно то, что не хватало. Да, помнишь, я искал себе индивидуальную надпись, да, эту, да. И, а ребята просто сами додумались и сделали, и прислали вообще, мне. Я помню, я хотела подарить, мы долго думали, какую же надпись сделать, в итоге так и не дошли руки до того, чтобы пушка. Ее заказать. Спасибо огромное. А ребята, да, взяли и прислали такую красоту. Еще так красиво смотрится, тут стена, и здесь... Да, через ты, как я люблю. Вообще, огонь, согласна. Ребята, просто пушка. А у меня сегодня педикюр с маникюром. Маникюр сделали. Смотрите, какую красоту сделали. Я такая оделась в розовое, сделала розовые ногти. И педикюр. Мне нанесли, короче, воск.
И вот сейчас сижу, жду, пока питается. И после смогу поехать домой, а точнее я еду на почту, чтобы забрать свои посылочки с Алиэкспресс. Покажу потом, что пришло. Так нравится? Весенний. Приехала домой. Погода просто пушка. Мне в девичнике, в моем любимейшем девичнике. Смотрите, просто, ну и маникюр. Маникюр как раз под погоду, под настроение. Весна. Короче, мне там подарок какой-то дали. Вот смотрите, вот так это выглядит. Вот такая вот штука. Я еще ничего не смотрела. Вот, это же целая записка. Лена, привет, это команда девичника. Поздравляем тебя с 8 марта. Все, что хочет сердце, обязательно сбылось, чтобы всегда было ощущение невероятной внутренней силы, которая раскрывается через множество вещей. Да, это правда так. Ты очень сильная, даже если какие-то дни так не кажется. Для этого мы и придумали подарок, который сейчас перед тобой. Помни, что ты супер. Но мы это вот. Как переводится? Что? Последняя строчка. А, ну это вот. Сори за мой английский, конечно. У них нету маты чая. Слушай, тогда мой английский не так плохо. Это очень интересно. Я вообще не понимаю, что там. Даже предположить не могу. Открой, пойдем. Просто мистер очевидность. Ух ты, что это такое? Девичник карт. Карты? Это карты любимой женщине. Подарочный сертификат. А это карты? Это что, ассоциативные? Или это просто карты? Слушайте, это реально ассоциативные карты, судя по всему. Ну, только не совсем ассоциативные. Здесь, скорее, просто, типа, такая, выбираешь карту, и тебе вот тут написано. Жить жизнь, значит быть человеком. Цени и свою силу, и свою хрупкость. Давай, я возьму. Что-то такое уставшее, вообще жесть. Это, как всегда, твоя любимая. Девичник карт. Переверни, читай. А, я что перевернул? Я просто перевернутым читал. Плохие дни случаются у всех, но они часть большой, яркой и удивительной жизни. Попали. Слушай, прям четко реально. Попали. Устал, говорит, устал, сижу. Видите, надо просто видеть во всем положительное. Вот, ну, бывают такие дни. Да, устал, когда плохо, когда поныть хочется. Это тоже нормально. Не всегда же быть. В общем, я сейчас, как и обещала, распакую вам свои покупочки с Алиэкспресс. Готовы? Ждете? Надо открыть вот эту вот посылку, потому что я почитала, что тут вроде как огромная бомбочка для ванны. Что же мне тут пришло? Один пакетик, в котором кроется очень много пакетиков. Ух, вот это да. Короче, итак, первый пакетик. Купила просто разный обвес для своих сумочек. Для сумочки Эрме, для сумочки Balenciaga, которую я заказала. Смотрите, первое. Сердечко. Это карабин. Карабин с сердечком. Дальше. Это вот такие брелочки в виде чупиков. Посмотрите, какая прелесть. Мне кажется, у меня какой-то отожмет Вася. Милота. Дальше. Невероятно, я впервые вижу такую упаковку в виде розового цвета. В этом Китае что-то не придумают. Чехольчики на телефон. О, какой, смотрите, какой чехол на телефон. Алло? Алло, ну как там с деньгами? Алло? Лаковый такой приятный. А второй такой же, только молочный. Тоже красивый. Очень прикольно. Дальше. Мне кажется, это моя первая такая распаковка с Алиэкспресс. Я у Марианны Елисеевой. Кто знает, в общем, в телеграм-канале увидела. Она, короче, вот такие вот бусики заказала с Алиэкспресс. Оставила ссылку и такая, мне тоже надо. Как это может быть не надо? Что надо? Смотрите, какая красота. Вот так. Здесь съемное сердечко, которое можно носить, можно не носить. И еще вторые бусики. Класс. Красота. Красота. Они еще такие пластиковые. Интересно, как долго они выдержат. Но это же не важно. Так, муж сказал, что надо себя вот так снимать в киноэффекте. Следующее. Это тоже обвес для сумки. Я заказала два, потому что я уверена, что Вася тоже захочет. В общем, здесь замочек, который убирается в рот и вешается на сумку. Такой чудик. Прикольный? Для Васьки и для меня. А еще сюда можно что-то положить. А, ну вообще на самом деле там шло, это знаете, как что? Это шло как ключница. Вот, я вспомнила, да, сюда типа вешаешь ключики, они вот сюда складываются, типа в животик, и ты как бы носишь эти ключики. В общем, вообще изначально смысл был такой. Но я такая, я просто повешу это на сумку. Поэтому надо сейчас Васюшке показать, какую штуку я заказала. В общем, стоимость всех этих приколюх, это прям совсем какие-то минимальные суммы. Из серии там 100 рублей, 70 рублей. Бусики тоже недорогие. Дальше мой следующий обвес на сумку. Я заметила, что сейчас абсолютно все, ну, многие, кого я, в общем, читаю в Инстаграме, на сумке вешают что-то вязаное. Вязаный гриб, вязаная собака. Вот это не вязаный, не совсем вязаный, но, короче, у меня вот гусь.
гусь, обнимусь. Дальше что? Прикольно так. Мне нравится распаковка. Это как будто киндер-сюрпризы. О, точно. Он один? Я, когда была на беременной фотосессии, мне стилистка одевала бантики. И мне они так сильно понравились, что я очень захотела себе такие же. Конечно же, я могу их и Васюшке тоже прицеплять. Красота? Ну, конечно, красота. Дальше я заказала рыболовные снасти для того, чтобы тоже как обвес использовать для сумки. Смотрите, какая красота. Разных цветов. Вот. Это стоило что-то тоже там по 100 рублей. Короче, вешается на сумочку. Натягивается, не натягивается, просто вешается. Снизу можно сердечко вот такое вот повесить, например, вот так. Более наглядно покажу. Например, берем синюю и на нее вешаем. И у нас висит вот такая штука. Вот так красиво. Дальше что? Ой, дальше вот такой вот очень миленький, аккуратненький, с бусинками. Маленький такой, аккуратный, хороший. Дальше что? Вот прикольно все пришло разом. О, мне так она понравилась. Вот такенная собака. Прикольная? Ее можно тоже или на это повесить, или просто. Такой у меня будет супер обвес. Ну так и сяк. Буду все подряд повешу на сумку. Прикольно? Все это легкое. Надеюсь, что все не утяжелит очень сильно сумку. Дальше. Это ты тоже увидела в телеграм-канале у Марианны Елисеевой. Такенные бусики. Прикольно, смотрите, здесь все яркое. Добавления такие яркие. Очень красивенько смотрится. И при этом, знаете что? А при этом это можно тоже как обвес для сумки использовать. Можно растянуть так, а можно повесить просто прям так. По-моему, очень красиво. А если поближе посмотреть, смотрите, как здорово тут сделано. Шарики, всякие штучки. Короче, очень красиво. Мне очень нравится. Это еще не все. Следующий пакетик. О, я себе купила за 15 тысяч каф определенного бренда. А потом, опять же, увидела у Марианны Елисеевой. Мой, конечно, каф совсем иначе. Он потяжелее, там ощущается его весомость. А вот тут, вот посмотрите, я решила вот так вот. Оу, yeah. Вот такой акцент я обожаю на ушах делать акцент, большие серьги крупные. И в этом плюс вот этих вот, что они очень легкие. Вот я вот эти два прицепила, и они вообще не ощущаются. Ну, в плане по тяжелости. Так, я понимаю, что у меня на ухе что-то. Короче, это круто очень. Вот так можно носить. Сразу два. Круто? Круто. Я еще люблю биколорность и золото, и серебро. У меня есть серебряный каф, и можно будет их вместе носить. А, это, кстати, муженька. Тут есть покупочки и муженьки. Следующая покупочка под мои красивущие кеды. Я взяла себе красивущий берет. Завязать не могу. Не могу найти веревочки. Он получился, да? У меня получилось. Да-дам! Странно смотрится, да? Ну ладно, может быть, я смогу это применить. Короче, суть в том, что это как раз для носить под мои кеды, которые самбо. Самбо. Леопардовый самбо. Следующая посылочка. Это тоже отчасти, чтобы носить под мои самбо. Леопардовые, но это обвес для сумки. Смотрите, это леопардовая сумочка. Леопардовая сумочка. На сумочку я повешу еще одну сумочку. Почему бы и нет? Она такая милая. Посмотрите эту милоту. Невозможно, здесь еще помпончик. Это же просто, просто милейшество вообще. Просто невероятно мило. Караул, я столько накупила. О, еще одно для сумочки, для моей. Смотрите, как красиво. Смотрите. Это можно прямо на место, где вот вешается замочек, вот такенный крест. А вообще, это знаете, как вешалось? Это считается серьга для обуви. Там на фотке были мартинсы, и сзади на мартинсах есть петелечка. И это висело на петелечке на мартинсах. То есть это сережка для обуви, по идее. В Китае что-то осталось? Там много чего осталось. Я много чего не купила. Короче, такие две сказала, чтобы тоже на мартинсы одеть. Ну или одну себе, одну муженьке. Так вот тоже можно. Дальше. Вы еще не устали? Я нет. О, дальше я себе купила просто очки. Тут разная оправа, короче. Очки. О, вот это сумочка. У-ля-ля. Да, это для... Это я повешу на сумочку. Я взяла черные. И вторые я взяла вот такие серебряные. Ой, а чупики-то какие? Что мне будет идти больше. Дай мне душ, что я померяю. А какие мне лучше, черные или серебряные? Тебе эти хорошо. Зайчонок, это все для моей сумочки. Это я все купила для своей сумочки. Все мое. Мое ничего не отдам. Все мое, все себе заказали. Все себе заказали. Все просто бесценное. Так, это вот это чудик твой, а остальное все мое. Своим. Что-то в этом есть. Перевернь, я покажу тебе и снимай меня.
В общем, я посмотрела за все полностью, у меня вышло 7020 рублей. К примеру, чтобы понимать по ценнику, вот этот берет стоит 500 рублей, вот это вот украшение стоит 200 рублей. Ну и, собственно, примерно вот такие расценки по всем остальным. Украшение 200 рублей. Я такое недавно купила, уже почти похожее. Да, но только я-то купила, оно у меня не окислится, оно у меня там золото либо серебро. А вот это вот, это металл. Это вот один раз я вспотею, и оно может уже облупиться. Короче, в общем, очень много всего я накупила. Если вам понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки, там всякое такое. Это не последние мои покупочки. Я еще жду колечки с Алиэкспресс. И, зная себя, перед летом будут еще заказики. И я обязательно вам покажу, поделюсь, чем я себя буду радовать. Китайцы, можете в кредит машину брать. А пойду пока... А сейчас одену такой чехольчик на свой телефончик. Так нравится? Та-та-тира-ти-та-та! В целях улучшения качества обслуживания разговор будет записан. В случае аварийной ситуации нажмите 0 для связи с консьерж-службой. Здравствуйте, а могу вас попросить пригласить к нам Беллмана, чтобы мы вещи на склад отнесли вместе с ним, а то у нас что-то очень много коробок всяких разных, его тележечка пригодилась. Вещи, да? Ну, там пара чемод... Что-что? Не, просто бытовые вещи, там чемоданы, коробки. Ага, спасибо большое. Все, переезжайте. Ну, где цемент прятать? У нас впервые такое, что у нас в доме есть склад, мы арендовали склад. За сколько? 20 тысяч в месяц. Ну, сколько мы тебе сдадим? Что ты ржешь? Я буду там жить? Удобно. Ты сейчас сколько ехал до нас? 45 минут. Надо поднялся за минуту. Если увидишь склад, он очень клевый. Там еще проходка по этим, как его, по парковке с Роллс-Ройсами. У меня вокту. Это тебе вас подарили? Да, Юля. Кайф. Спасибо. Короче, вода через пенсию тоже. Да, она пустая. Дайте мне пройти. Ну, типа, что-то там, если что. Ну, тут как-то неудобно ходить. Мне нормально. Мне кажется, главное пылесос, а картину мы сами донесем, да? Пылесос, да. Что, проблема с ключами? Загадка черной дыры. Нам кажется, что пропали ключи, у нас вот столько ключей. А должно быть. Мы сейчас как в Форт Боярде, да, будем... Не дам. Будем пытаться подобрать ключи, чтобы какой-то подойдет к замку или не подойдет. Еще вот есть карточки и такой ключ. А, то есть есть вероятность, что мы в холсту идем? Ну да, разгрузим тогда там и пойдем домой искать. А, ну ладно. Варианты другого. Когда кто-то что-то не дает, значит, пожадим. Как думаете, есть здесь ключ нам нужен? Я не помню. Помните, как выглядел ключ? От замка. Ну, я помню, что они были вот такие. Их было как раз три. Да? Мне кажется, это они точно. Давай. Держи. Сейчас проверим. Сейчас еще надо, самое главное, еще попытаться вспомнить, где этот склад находится. Потому что я помню, мы зашли, прямо ушли и сразу направо. А номер там есть какой-нибудь? Минус второй этаж. Номер не очень помню. Тебе пора это лекарство какие-нибудь принимать. Да нет, ну да, ты сейчас поймешь, почему это тяжело запомнить. Ну, прохладно здесь. И видите, вот кто меня учит, вот. Голые ноги в шортах. Так вот, Вась, сама почти раздетая. Зато тело в тепле, Вась. Ноги не страшны. Вот кто меня учит, вот. Ничего, кто одет? Даже консьерж сказал, говорит, не сюда, а я все помню, сюда. Так, ну и что здесь? О, вот это склад, да, Денис ваш? Ой. Да. Чего не открывать? А что у меня должно открывать? Вот наш, да. Что, где? Почему у меня не один ключ? А может, вы не оплатили его? Гарантия Титан, да, вот так что. Присмотрись, 20 тысяч. Так, ну удачи нам. Поехали. Какой ты говорил, да, вот этот квадратный? Да, тут уже открыто. Он даже не помещает. Открыто! Повезло! Все, какое счастье, что мы не закрываем склад. Занес, тут уже пап. Да. Наш, ингредиент, полки наши. Все, есть, добрались. Удобные у вас кровати. Да, кстати, хочешь? Тигр, недорого. Ложись, поздравляю. Подходи. Мы с Артуром уже. Давай, закрывай. Я дома принесем и... Так, ты только не закрой замок по-настоящему. Нет. А еда, еду дай. Я здесь умру от голода. Ну... Артур, рожай. Чего? Рожай еду! Съедим ее. Слушайте, ну выходите, давайте нам по Форт Боярд играть. Эй, пустите!
Денис Кукаяка держит Василису Кукаяку под замком. Выходи, пора снимать смешные видео. Так, а я же вам нужен тоже. Да не особо сейчас. Так, у меня, значит, есть два вот таких ключа, даже три одинаковых. Два одинаковых и один маленький. Сначала с трех. Вася сказал, что один из них. Но они, по-моему, даже ни один в дырку не подходят. Раз, два, три. Может, маленький? Я же помню, были когда-то. Может, четвертый потеряли? Не пролазит. А знаешь, что я задумался? Не пролазит. Я сейчас все понял, где ключи. Ключи у управляющей квартиры. Мы же пришли открыто, и она занесла сюда титан. Это она заносила титан, и она полки ставила. Конечно. А вы говорите, дед, я все вспомнил. Никто из вас не помнит этого, а я-то помню. Пойдемте звоните управляющей квартиры. Зато это... Ты бы хотя бы спасибо сказал, что я запомнил, что когда ты ключи. Так, я придумал бизнес перед сном, но я в такой бизнес вписываться не собираюсь, и если вы его откроете, я не приеду. Но все же я вам должен рассказать. Бизнес называется «Отель с привидениями». В общем, это абсолютно обычный отель, который вы строите как абсолютно обычный отель, но только весь персонал, и все заточено под то, чтобы пугать людей по ночам. То есть по ночам должны создаваться паранормальные звуки, какие-то шорохи, к вам в номер может открываться дверь, и все-все-все, что связано с паранормальщиной, но без вреда для гостя. Пользуйтесь. Если сделаете, меня в такой не зовите, никогда вообще не поеду. Вы что, уже страшный, пока рассказал, страшно стало. А еще вечер занимательной статистики. Я тут понял, что, оказывается, люди, которые смотрят нас на Ютубе, это вообще не те же люди, которые сидят у меня в Инсте. Потому что в Инсте, представляете, 60% людей, которые я провел опрос, которые ответили, где вы нас смотрите, 60% опрошенных сказали, что они смотрят меня только в Инсте, больше нигде вообще. Я такой... Ничего себе, вот это прикол. Так вот, а теперь я понимаю, что вы можете вообще пропускать кучу информации, потому что у меня спросили там в инсте, как мы назвали сына, а потом кто-то спросил, когда покажете лицо Михаила. Вот, соответственно, что хотел рассказать? Хотел рассказать, что мы записали с Еленой Сергеевной совершенно нечаянно подкаст. Этот подкаст мы выкладывать будем, если еще не выложили, на отдельном канале. Если не выложили, то, скорее всего, из-за того, что не хватает там ютубовских правил, чтобы подписчики, просмотры, вот это все. Поэтому перейдите, точнее, не просмотры, а подписчики. Перейдите, подпишитесь, потому что когда будет нужное количество подписчиков, нам дадут возможность заливать часовое видео, а там подкаст супер длинный. Вот его тизер. Ехали писать медитацию, а тут такой семейный подкаст у нас будет. Задумал, что если по ночам скрипишь, это значит глисты у тебя. В наше время это называется бруксизм. У нас свадьба в этом году. Да, кстати. У нас родился второй ребенок, и мы немножечко вообще выпали из жизни. Вот именно. Вторая волна начинается у тебя, да, просто? Меня жестко бесит, что ты... раскладываешь вещи. Так говорит только скупой мужик. Ну ладно, не будем от этого убегать, это потом поговорим про этих твоих вымышленных друзей невидимых. Семейный подкаст Кукаяки. Очень интересный разговор. Подкаст будет совершенно легендарным. Почему? Потому что мы не собираемся никого, по идее, туда звать. Мы хотим просто приходить и разговаривать с Еленой Сергеевной. Я не знаю, вообще будем ли мы так делать постоянно, но вы подпишитесь, посмотрите первый подкаст. Все. Рассказал все. Прикиньте, 60% людей в инсте просто такие говорят, я тебя посмотрю только в инсте, больше нигде. И нигде не смотрю, планирую, не собираюсь больше. А большинство из вас не любит челленджи. Прикиньте, я выяснил, что челленджи вы не любите. Хотя у челленджи просмотров больше всего, я не понимаю, как это. Ну что, короче, уже это статистика, это разговоры с вами. Я говорю, а вы мне отвечаете, и я такой говорю. Бесконечная история. Так что всех люблю, обнимаю, пошел спать ложиться. А, кстати... 11:20. Доброй ночи! Доброй ночи! Он мне пожелал доброй ночи. И вам тоже доброй ночи. Завтра, кстати, большой день. Что-то никак я не уйду спать из этой комнаты. Я хотел вам рассказать свое еще наблюдение. Знаете какое? Вот мы жили до появления Васьки в студии. В однокомнатной студии, если так можно выразиться. Потом переехали в... Я не знаю, как это называется. Когда большая гостиная, маленькая спальня и маленький кабинет. Вот это как это называется? Евродвушка или что это? И там я это уже начинал замечать. И сейчас, потом мы переехали опять в огромную студию, по сути, студия, это была, наверное, тоже была евродвушка. Огромное помещение, это последняя квартира наша была. Огромная кухня, совмещенная с гостиной и отдельно закрытая спальня. Короче, и сейчас мы живем, по сути, в полноценной трешке. Три комнаты у нас и гостиная. И я заметил, что мы кучкуемся в гостиной. То есть, понимаете, за все это время у нас выработалась привычка, мы не расходимся по комнатам, мы собираемся
Я такой, а мы как бы переезжали в большую квартиру ради того, чтобы у всех было личное пространство. А привычка берет свое, мы такие и сидим, собрались и сидим в одной комнате. И ничего не происходит. У нас типа две комнаты там пустуют, по сути дела. Так что это тоже навык, друзья, к которому надо привыкать, когда вы жили в небольшой квартире, а потом переехали в большущую. Не думайте, что это просто вот такие. Вы не знаете, как пользоваться этим пространством. Вы будете привыкать, учиться. Это вот то, что мы сейчас делаем. Вот. Если не научимся, то предлагаю кому-то из вас сдать две комнаты. Напишите в комментариях, кто хочет снять у нас у Каяк две комнаты. Будете жить. Одна комната соседняя с Василисой, вторая вот рядом с нами соседняя. Выбирайте, пишите, какую комнату снимаете, и все. Комнату рядом с Васей. Бронирую, меня зовут так-то в комментариях. Бронь оформляю. Серьезно, все, ждем, друзья. В следующем влоге будут предоплату просить. Вася, стоматолог. Так. Книжка. Мы пришли в клинику, надеваем бахилы, здороваемся с администратором. Перед приемом нам нужно заполнить документы. Можно поиграть в детской комнате. Так, в общем, с Васюшкой закончили. Не стали ей сегодня герметизацию делать зубика, потому что он не до конца вылез. Так что следующий наш прием будет через пару месяцев, когда вылезет уже более точно этот зубик. Васюш, нас уже ждет такси. Бежим. Да, 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 да. Я там подсняла. Ну, просто посмотрите, какую красоту сделали. Ногти какие. Просто еще подарочек мама мне даст. Да, сейчас пойдем купим. Поехали. Я Васюшке заказала. Заказала вещи. Не пришли пока только сандали без задников. Какие там красненькие красивые. Вот такие серебряные штаны. Помимо этого еще вот такая красивущая рубашка для Васюшки. Здесь такой сердечко. Мне так она понравилась. К этим штанам еще. Либо можно отдельно, либо к этим штанам. Волка с вот таким вот серебряным сердцем и надписью Барби. Красиво, красиво. Но это еще не все. Я Васюшке купила еще новых вещей. Вот в этой коробке мой заказик. То, что я наскладывала себе. Давай будем примерять. Я взяла все вроде, чтобы помещалось. Да. Вот тут меня возвратные штуки положили. Знаете, сколько сумма заказа вышла? 22 тысячи. Поэтому я надеюсь, что Васе все подойдет. Итак. Вау. Серебряная женщина. Шикарно. Давай вот тут. Шикарно. Благодарим вас за заказ. Так, заказала Васе вот такой костюм. Заказала Васе еще очень клевый костюм с черной зипкой. Но, блин, они прислали не того размера. Сейчас я буду писать в магазин и говорить, что они прислали размер 152. У меня ребенок вообще-то 116 размер я беру. Поэтому это ей все очень большое. Так, еще я Васюшке заказала. Тут тот размер тут? Да, тот. Бомпер на весну. Сейчас примерим. Спасибо. Одевай. Это бомбер. Бомбер. Чепчик. На чепчик. В общем, я еще заказала ей шарф, чтобы на теплый, точнее, на холодный еще период закрывать шарфиком горлышко. Вот, в общем, не могу понять, нравится мне или не нравится. Надо с чем-нибудь другим примерить. Это вот эта проблема, когда на картинке смотрится одно, а потом приезжает, так одеваешь, такая, типа, вроде ничего, что-то непонятно. Ну, типа, бомпер вообще как бы это все клевое, просто как будто бы, наверное, сочетание с этим не очень смотрится. В общем, примерила Вася все вещи, и прикиньте, вообще ей ничего не идет. Вот прям как будто серый цвет не ее. Некрасиво смотрится, все не понравилось. В общем, все оформляю на возврат. Вот такие вот дела. Хотел рассказать про свое наблюдение. Мне кажется, что я нащупал время, которое мне не стоит спать. В общем, я мерил время. Все время не высыпался, мне казалось. Я спал по 6 часов. И мне казалось, что я просто... Мне показывается, что надо спать в 8.30. Я такой, не получается. И сейчас у меня 2 дня получилось спать. Один день получилось спать в 8.10. Я такой, я просто как супергерой себя чувствовал. У меня энергии было триллиард. И тут я 2 дня сплю по 7.15, 7.30. Я просто как из... Как будто меня из пятой точки достали. Я целый день хожу вот такой. И у меня ощущение, что где-то на 7-м часу своего сна я попадаю вот в эту глубокую фазу сна. И когда я просыпаюсь... Знаешь эту историю, да? Когда просыпаешься, ты такой... Угу. Кажется, я нащупал, что 7 часов сна для меня это не моя история. Надо попробовать теперь поспать. 10, да. Вот сутки надо попробовать поспать. Может, сколько спишь в среднем? Может, ты вместо Лены поедешь вообще? Ну, она сказала мне, ты, может быть, потом сядешь. Я больше пока про нее думаю, я могу поехать к ком-нибудь сказать, я на студию поеду.
Так вот ты куда-то все это время ездил? Да, я так... Я говорю, я в тур поехал, сам 3 дня на вокзале сплю, отсыпаюсь. Ладно, все. Сколько ты спишь сейчас? Я? Да. Ну я по-разному на самом деле. От 5, от 4 до 8. 4 часа. Ну ты, в принципе, человек-то маленький, тебе там организм все быстро восстановил. 4 часа тебе на твое тельце вообще с головой. Это мне надо часов 10 спать, здоровенной шайбе такой. Когда человек на 2 сантиметра выше меня. Нормально. Муж, я гусеницу нашла. Гусеницу в листе нашла. Вы видели? Какая жирная. Гусеница. Гусь не бабочка. Гусеница самая настоящая. Жмок, жмок там лист гвезд сидит. Ничего себе. Смотрите, какая. Ну так, клядёс. Клядёс вот так. Оп. Ого. Гусеница. Хорошая гусеница. Так, друзья, вы сейчас видите меня полным сил, отдохнувшим и свежим. Но сегодня начинается, ночь пройдет и начнется 3 дня. Лена едет наконец-таки на отдых впервые. Я что-то пропустил? Я тут осознал, что Лена за все там 6,5, уже почти 7 лет ни разу не была одна. Вот ни разу. Она всегда была в быту, всегда была с Васькой. А сейчас с появлением Ваньки с Ванькой, с Васькой. Вот, а я там куда-то то в туры, то на концерты, то по делам. Я решил ей подарить подарок, и она на 3 дня уезжает от нас всех в клевый отель. Всякие там спа, массажи, фигажи. Не знаю, будет она снимать или показывать, нет. Но то, что я останусь один на один с детьми, я вам буду показывать. Я буду это все снимать. Это будет документальный фильм про отца. Я ничего не боюсь, ничего не, это, не страшит меня. Никого не зову в помощь. Может быть, за эти 3 дня позову там разочек маму, чтобы просто сходить покакать. Ну а так вообще. Завтра начинаются эти 3 дня, или прям с утра. Так что погнали! Знаешь, что я еще подумал? Че? Для усложнения. Ты же с Федей не сам гуляешь? Нет. А давай и с Федей будешь гулять сам. А если я с Федей буду гулять, то как я двух детей оставлю? А Ваня сюда присягнул, Васю да, завтра, да, кстати. Да, да, да. Ну, блин. Ну, один день хотя бы давай так. Ну, знаешь... По хардкору. Посмотрим. Не знаю, не могу обещать. Дай мне провести первый день хотя бы просто. Вот, и мне мама позвонила, такая, как ты? Я такой, ма, что такого? Что такого? Но сразу же я на старте понял, что я уже даже не понятия не имею, как запустить стиральную машинку. Вообще, ноль понимания, как запускать стиралку. Я не знаю, какую дозу там витамина D давать, но я знаю, как детей кормить, как их мыть, как их менять, как их укладывать спать, как с ними гулять. Мне кажется, этих пяти знаний мне хватит на 3 дня, да? Менять детей? Да, если какой-то очень орет или он надоел, я его прихожу, куда-то отдаю, мне дают другого. Можно такого же, только рыжего? Все, поехали!